Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует Вадим, агент недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Вашему вниманию предлагается эксклюзивный, обособленный, интересный и, что самое главное, недорогой вариант. Земельный участок 8 соток, прямоугольной почти квадратной формы, в непосредственной близости. Ну вот тут у нас метров 300 от озера Каринского. Александровский район, Владимирская область, рядом с городом Александров, район ЦРММ, в пешей доступности от городских благ, цивилизаций, магазинов, автобусных остановок и супермаркетов, то есть буквально 15-20 минут ходьбы от участка, но это нужно место расположения знать. Значит, земельный участок 8 соток рядом с озером Каринское в СНТ, Садовое некоммерческое товарищество, или по-другому дачный поселок Ручеек, Александровский район, Владимирская область, в непосредственной близости от города Александров, за 150 тысяч рублей. И в 300, не больше тут 300, 400 метров до озера Каринского. Шикарнейшая рыбалка, просто шикарнейшие ребята. И также, оно не предназначено для купания, не оборудовано, но кто знает, кто умеет, тот, пожалуйста, тот вырос. Вот как я в этих местах, значит, я знаю, где заходить, где поплавать можно и как можно поплавать. Вот. И такой обособленный участок по кадастровому номеру вы увидите. Значит, телефонная связь, пожалуйста, нормально у нас тут вышечка недалеко. Сосенки, березки, соседи. И, собственно, вот он сам участок. Значит, березочки с правой стороны, с левой сосны с березами, а вот эта молодая поросль, это и есть участок 8 соток. Озеро Каринское, я подчеркиваю, вот оно. Вот, оно окружено, значит, таким небольшим массивом лесным со всех сторон. То есть можете посмотреть также по кадастровой карте, на космические снимки наложив. То есть вокруг небольшие заросли озера. А вот оно за этими зарослями сразу озеро Каринское. Ну и вот тут идти пешочком, вот здесь подняться, там дачными тропами, значит, район ЦРМ, ЖД вокзал, город Александров, ну, чуть-чуть подальше, ну, полчаса ходьбы не спеша. Вот, также, значит, имеются подъездные пути, но подъездные пути, естественно, значит, у нас это грунтовая дорога, через Большое Каринское вот там можно заехать, вот здесь дорога идет, значит, ну, только, да, эта дорога. Через Большое Каринское. Все это в великолепии находится на расстоянии 100 километров от МКАД по Ярославскому шоссе или 120 километров от МКАД по Щелковскому шоссе. Ну, давайте, собственно, к участку мы с вами пройдемся. Значит, вот эта вот дорога. Съемка происходит 11 марта 2021 года. Естественно, тут снегопады до этого были, поэтому все замело. И, в общем-то, вот если к нему никто не приезжает зимой, то делать тут нечего. Естественно, тут никто не чистит. Но такой участок, он обособленный, еще раз повторяюсь, уютный для тех, кто хочет, так сказать, уединения и до города, чтобы близко было. Озеро Каринское, тут буквально в 3 минутах не спеша ходьбы. Также лесов тут предостаточно различных категорий. Ну и город рядом. Вот он, этот участок, видите, зарос он молодыми деревцами. В этом вопросе также можем помочь. Очистить участок от деревьев 8 соток. То есть вот эта вот сторона у нас не такая длинная, грубо говоря, короткая. И вот туда длинная сторона. Соседи, вашему вниманию, пожалуйста, есть. Пользуются, обрабатывают участки. 150 тысяч рублей. Ребята, 8 соток земли и 150 тысяч рублей, ну это... Также хочется сказать, очень приемлемая цена. Также тут сосновый пролесочек, железная дорога, сразу обозначу рядом, это московская ветка, которая как раз идет из Москвы в город Александров и из города Александров в город Москву. Вот, ваше внимание, собственно, сам участочек. Вот, эти все дела, все эти деревья обыграть можно, очень интересно получится. То есть, как бы, какие-то оставить. Березки тут молодые на нем растут. Вот эти вот деревца, как они называются, к своему. Рябина, по-моему. Еще чего-то.
значит, не могу сейчас сказать. Вот, это все у нас участочек. Ну, то есть, летом подъезд есть, пожалуйста. Значит, вот, так сказать, небольшой пролесочек сосновый, отделяющий железную дорогу и данное садовое товарищество. 150 тысяч рублей. Электричество также в зоне подключения. Водопровод поливочный рядом проходит. Вот мы с вами видим труба, на нее сейчас видеокамера направлена. Поливочный водопровод работает, не знаю, не могу сейчас точно сказать. Но он есть. Вот. И, собственно, вот наш с вами участок за 150 тысяч рублей. Ну, ни о чем почти. Значит, это сумма. Участок обособленный, интересный. Электричество также где-то тут, это совершенно точно знаю. Вот я столб вижу там. Не знаю, вам не видно, наверное, тут будет. Ну, метров 150 до столба. Поможем, подключим, проведем, никаких проблем. Вот, и также можем почистить участок. 150 тысяч рублей. Земельный участок 8 соток. СНТ Ручеек, дачный поселок Ручеек. В шаговой доступности от озера Каринского. В шаговой доступности от города Александров. В шаговой доступности от всех, так сказать, благ. И с другой стороны он у нас обособленный. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо», благополучие.